Я Георгиевская. Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Посмотрите, пожалуйста, как здесь удачно применили один из приемов ландшафтного дизайна. Называется он «заритмовать» ритм. То есть у нас посажены туи, как вы видите, их там 4 туи, выстрижены кубиками и ритмуются с многолетниками низкорослыми, которые цветут практически весну, лето и осень. Очень долгое цветение у них. Ярко-желтого цвета. Что такое заритмовали? Что это за понятие такое? Вот наглядно, смотрите, идет какой-то элемент, за ним следующий. Здесь заритмовали два элемента. Затем опять повторяется предыдущий элемент, следующий, предыдущий, следующий. И таким образом, видите, все смотрится красиво, аккуратно, сразу уже акцентируется необычно, когда применяется этот прием. Еще какой момент здесь... заритмовали и еще применили, использовали две формы. Это в виде куба и низкая полоса желтая. Куб и низкая полоса желтая. Пойдемте, я еще издалека вам покажу. Издалека более наглядно, как это смотрится. Немножко там за машинкой. Нет, не видно, не очень видно, конечно. Наоборот, сейчас подойдем ближе. Идея такая, когда вы хотите что-то заритмовать, то есть вы берете несколько. Можно брать не обязательно два элемента. Вы можете усложнить эту конструкцию и взять, допустим, 3-4. Но это уже будет... не так прочитываемо. Два, это часто применяется в ландшафтном дизайне. Ну, опять-таки, по вашему желанию, по вашему усмотрению. С вами была Георгиевская Татьяна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И желаю вам новых красивых заритмованных композиций. Пока-пока!